Продолжаем гулять по нашему опасному подземелью. Так, с энергией беда у нас. Так, Барбадос у нас пока что цел. Кавенфиш уже Майтетис пострадавшие. Так. Хорошо. Октекс. Тоже был у нас недавно такой где-то. Ну, ты кто? Мегаполярис? Что-то он не хочет подгружаться. Ну, может не подгружаться, может там остаться. Эх бы сейчас Барбадосом, да, усиленным ударом бабахнуть всех. Так, ну все, они покойники, в принципе. Так, вот эти энергия восстановлена, все отлично. Пропускаем ход. Чё такие слабые они все попались? В прошлые боя были посерьезней. Да ничего мы не будем делать, мы восстановим себе энергию полностью. Какой-то уж больно медленный там монстр попался. Да догорай, мы тебя даже не видели, но сгорай. Получили свою рунку. И с удовольствием идем дальше. Так, раз, два, три, четыре, пять остановочек нам осталось. Ну, конечно, мы можем еще и зафейлиться. Не факт, что 5 мы пройдем прям так вот сразу. Так, это я помню, пират, он был настолько скуп, что, в общем-то, что-то продал свою душу и таскается теперь вечно с этим сундуком. Бой. Черт подери. На вампирчика не сработало. На Владика. О, энергия, Звездные войны зарядились. Так, по 17 тысяч, это много. Ну, тут главное держать их unconscious, как говорится, без сознания, и они там сами догорят. Я еще могу распоходить? Что-то я не понял. А, то есть надо было не так делать. Так, восстановил энергию. Давайте так. Ну, Барбадосом я просто пропускаю ход. Делаем вот так. А, так у нас все, в принципе, еще в шоколаде. Этот догорит, тот догорит. И Каванфишем Бронта мы добьем. Нет, пропустим ход. Нам нужна полная энергия. Ну, 6000 это много. Они вряд ли догорят. Ты, ё-моё. О, заморозочка. Ну, придется еще раз по кругу пропустить. Потому что если я сейчас ударю, то у меня не будет на следующий ход энергии. А, он сам догорел. Все. Не нужно ничего делать. Все отлично. Еще одна руна на скорость. Так, ага, теперь мы только атакуем нашего пирата, который был главой. Вил ли, лицо лезвия.
У нас все живы и здоровы, все прекрасно себя чувствуют. И все прекрасно поддаются заморозке. Быстрая заморозка продукты не портится, так же как и монстры. Любой степени прожарки. И у него даже сабля торчит он навскось. Надо Барбадоса заменить, наверное, сейчас на кого-то, на Мегастеума, например. Но там поджигания нету, да? У Мегастеума нет поджигания. Так, ну эти покойники. И все, все покойники. Промах, ё-моё. Ну, Барбадос только для одного удара. Так, эти все догорят. Заморозка не сработала. До свидания. Элитные войска. Обязательно использовать этот удар напоследок. Ну, сейчас Тефра проатакует. Извержение вулкана. Так, вы там не поубивай нам всех. Минус 18 тысяч. Угу-гу. Ого, было больно. Нехорошо ты сделала, Тефра. Так. Ну давай, Каванфиш, твой последний шанс. В прошлый раз ты промазал. Блин, 15, почти 15 тысяч. Так, а теперь мне нужно брать мусу, чтобы их всех лечить. Так, так и так. Или вообще можем сейчас сменить вообще нашу троицу. Сменить. Так, энергия у всех есть, они еле живы. Давайте вообще сейчас какой-то возьмем другой набор. Ну, реально потеряем монстров специально, если нужно будет. Так, допустим, возьмем фитоняшку. Изменить. Возьмем, ну, допустим, Сфирнуса. Где Сфирнус? Есть, кстати, вот такой вот чувак. И Сфирнуса возьмем. Не знаю, что сейчас получится у нас. Так где же ты делся, Сфирнус? Или я Сфирнуса уже потерял? Да, я потерял Сфирнуса. Черт подери. Так, Таймерион. Так, Таймерион походит самым первым. В таком случае. И вообще ничего у нас не получится. Ну, давайте пробуем. Если что, я просто выйду из игры. И все. Глич. Так, Таймерион. А, нет, смотрите, все нормально. А, так, пространство, время. Циклический урон. Буду. Так, за исключением физических. Ну, давайте посмотрим. Отправим обратно. Да, я понял. Отправляется обратно, но это обычно плохо работает. Так, что у нас теперь есть? Давайте вспоминать. Наносит слабый урон стихии команды, снимает с противника все положительные эффекты.
Так. Наносит всем врагам умеренный урон. Оказывает одно случайное негативное воздействие. Требует перезарядки. И что у нас еще есть? Может усилить наносимую цель. Может осквернить цель. Требует перезарядку. Так, это опасно. Это опасно. Так, это исцеление. Давай вот так. Случайный эффект каждому. А, намагничивание прошло. Околоземный. Так, ну все отгребли то же самое. Перезарядка. Пространство, время. Делаем всех неуязвимыми. Ну, защита Таймириона нестабильная какая-то. Ну, делаем так. Этот Орус атакует, да? Ну, намагничивание нам, короче, мало помогает от Таймириона. Кто там следующий ходит? Купит? Пропускаешь ход, дорогой. Этот недобиток больно бьет. Блин. Не могу никак его добить. Ладно. Добьем этого. Урус на себя принял все удары. Ну пусть будет так. Ну, давай. Ну, только специальный удар-то слабый. По Таймириону бьют больно. Ну, блин, или... Вот, добили Таймириона. Вот и конец боя. Ну, давайте попробуем с Таймирионом пустить двух демагеров. Праздник тот же, день второй. Пространство, время. Нужно просто кто-то, кто будет их побыстрее убивать. Так. Не так. Теперь вот так. Ну сейчас же Орус походит, ну кроме Таймириона, он может дымажить кого хочет. Ну а почему обратки не было? А, блин, это же был не то. Нате вам перезарядку. Расслабьтесь. Но все равно... Ну, они бьют, больно бьют. Блин, что я сделал? Не туда походил. Так, ну, Оруса сложили. Хитоняшка страдала. Не нравится мне Таймирион, лучше бы Вольтика взял, ё-моё.
Какую команду с ним там надо подбирать, чтобы с него толк был? Фиг догадаешься. Так, ладно, возвращаем нашу старую любимую команду. Мой лечащий мусор нам сейчас нужен. Тетис нужна. И Кавенфиш. Бой. Так, 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 нет, плохо. Вот так лучше. Так, не подведи. Пожиратель выносливости. Массовая регенерация. Антон сейчас походит, конечно же. Хотя нет, не походит. Он только энергию восстановил. Так, все восстановили энергию. Но тут проблема, как говорится, как их убивать всех. Так, так и так. Кто там после Антона ходит? Той мастер? Заберем-ка у него энергии. Но он походил. Но водяной удар. Ну хоть и 9000. Это был, значит, не водяной, а специальный. Придется нам тут пободаться. А, 50% урон. Обстрел. Так. Меткость. Все есть. Это очень хорошо. Ну ты мастера выбиваем, а что делать? Игрушки залило водой. Бабах. Ну, остается один Антон. Круговой обстрел. Ну, так делаем. Ну, может, если повезет. А, он же не возьмет в заморозки, блин. Ну ладно. О, добили. Справились. Ну что, ребят, у нас последняя остановка. Значит, сейчас мы берем Барбадоса и херячим по полной. Херячим по полной. Изменить. Кстати, кстати, кстати. Берем Барбадоса. Отлично. И вместо Кавенфиша давайте возьмем Мегастеума. Бой. Я смотрю, они все виповские. Потому они к Кавенфишу будут уязвимы. Кавенфиш будет по ним промазывать. А вот по этим ребятам промаха не будет.
Я не знаю, работает ли врата, как бы усиление на врата. Так, я отдал 20% жизни. Да, походу все сейчас отдадут свои душки. А, он еще и отхилялся. Вот это была эпичная победа, ребята. Эпичная победа над этим подземельем. И мы можем вывести дискоболуса из клеток. Последняя рулетка в этом подземелье. И победа. Ух, завершено, ребята. Завершено, наконец-то. Давайте же заглянем в лабораторию доктора Виктора и посмотрим, что мы там можем преобразовать. Дискоболус. Да, конечно же, запускаем. 2 дня. Ну, пусть будет 2 дня, ребятки.